Бесконечное синее сверкание льда, промерзшего до последнего атома. За этим кадром стоит немало приключений. Машина провалилась в трещину льда, и ее пришлось вытаскивать. В мороз садились аккумуляторы и выходил из строя навигатор. У каждого снимка фотографа и путешественника Эдуарда Кутыгина своя удивительная история. Озеро Киндык-Куль на Алтае. Мы очень долго сюда искали дорогу. В большей степени по внедорожному участку ехали даже ночью при свете фар. Было очень непросто найти, потому что маршрутизация не работала. Ехали, по сути дела, по направлению. Видели какие-то сгоревшие машины, болото, пожарища. Все было так тревожно и непонятно. Но в конце концов доехали. На выставке представлено 50 фотографий из разных точек мира. В поисках натуры Эдуард Кутыгин посетил уже 21 страну. Рассветы сменяют закаты, Салаты и Зауральские поля сменяют горы Алтая. Снимать природу полезно для здоровья, считает фотограф Виктор Михайлов. Это движение, свежий воздух и яркие впечатления, когда забываешь о возрасте. Выставку своего коллеги он оценивает высоко. Всегда прекрасные экспозиции у него, всегда прекрасные выставки. И этим он удивляет, что вот такой большой охват. Значит, пейзажисты всегда куда-то едут. Но и в том числе и курганские у него этюды, курганские пейзажи прекрасные. Нам показывает, насколько высок автор. Насладиться удивительными пейзажами зауральцы и гости областного центра смогут до 15 мая. Ирина Ростова, Кристина Смирнова, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».